снимать. А хрен бы это сделать еще, да? Ведь же это еще надо снять. Угу. Не, они сами вешают, сами все снимают. Не, именно вот самодержим и так далее. Да, они вообще крутые немеренно. А! Нет. Сейчас я туда-сюда, я. Давай отдельное питание? Да. Еще есть орешки. Тоже вымылся? Отличный обед, мне кажется. Да. Ты как-то чистенько. Я вымылась еще под дождем. Не, ну, а вот сейчас. Сейчас дождя не было. Нет, ну после этого этапа. С другой стороны, если штаны снять и отжать, они вас не быстрее. На солнце. Вот это вот должны так быть. Ну это же надо обвязку снимать. Нет, у меня это, у меня такая галявная обвязка. Ты что там сидишь? Где такая обвязка? 200 грамм, подожди. И они реально говорят, что это все выдержит. Да. Ну, единственное, жестко. Ну, как долго не провести, но я считаю, что ноги не становятся по связке, но мне не скрывать такое. Ну, то, что ты в тени сидишь, они тоже сушеные становятся. А, на МГУшной эти кучках. Да, висела дома, сказала, все, надо другую обвязку покупать. Не, ну, я не собираюсь в походе висеть долго, а... А мы любим висеть долго. Особенно, когда тупим, да? Да, я не могу. Там еще колбасу можно. Так там да. Есть. Да? А, да, спасибо. Там, он мы на самом деле обедали. Переход назад. Это никак не связано с тем, что не надо съесть колбасу. Я же тебе не даю лишнего еще. Хлеба, например. А в тот раз мы где-то там тоже, да. Оттуда заходили. Маша, ты такая вся пара мускула. Чем мне нравится этот комплект? Тем, что он быстро высыпает. А я подумал, я такой, ну не вставать на мотель, но искусство все не будет. Вот и я, да. Нет, а я вечером приду, если весь день будет дождь, я вечером приду, одену сухую термуху, не промокаться, мне будет тепло и хорошо. И сухая обувь, сухую. Да, сухие сандалики вообще актуально просто. Точно, да. Мне еще не обойти к мышцу. Да у меня просто, я выжимала. Хорошо, что взял галоши. Я об этом подумал, как раз. Не, у меня тоже есть галоши. Да, я думаю, что я лучше возьму третью пару обувь, но на биваке мне будет классно. Ну, да. Да мне в сандалиях будет классно. Нет, я это... Я вообще с таким, у меня пол рюкзака пустого просто. А у меня что-то нормально. Я сказала, что не... Скажи, а ты же не бежишь по дому? Я не хочу брать тяжелый рюкзак, поэтому пуховочку я с собой не возьму, и спальник я с собой возьму летний, вообще ничего лишнего не возьму. Мне сказали, ну вот, отдайте своему отделению, типа, пусть несут, я сказала, что мне ни хрена, я говорю, что продаж нести будем, то минус 2 рюкзака, это как жестоко. Ну, мне кажется, медицина пока...